показывает статистика, на протяжении дня мы целых 79 раз открываем дверцу холодильника, чтобы что-то взять, положить или просто посмотреть, что в нем находится. И пока мы разглядываем его содержимое, в камере повышается температура, что может привести к преждевременной порче продуктов и дополнительным затратам электроэнергии для поддержания ранее заданной температуры. Компания LG представила свой вариант решения проблемы. Это холодильник с системой InstaView Door Indoor. Как устроена эта модель и какие последние технологии LG в ней применены еще, узнаете из этого видео. Как вы уже, наверное, успели заметить, этот холодильник относится к типу side-by-side и имеет соответствующие этому классу размеры. Устройство получило стильный и современный внешний вид, который преобразит интерьер любой кухни. В отделке дверей использована нержавеющая сталь, а удобная ручка в форме кармана с кнопкой легкого открывания утоплена в корпус. Но, пожалуй, самым необычным элементом дизайна является вот эта 33-дюймовая панель из зеркального стекла, которая удерживает холод внутри камеры и служит барьером для тепла снаружи. Это и есть функция InstaView. Стоит два раза постучать по панели, как внутри включается подсветка, которая позволяет увидеть содержимое холодильника, не открывая дверцу и не выпуская из него холодный воздух. Еще одна интересная особенность – это система Door Indoor, название которой дословно переводится как «дверь к двери». Нажимаем на скрытую в ручке кнопку и получаем доступ к просторному отделению с тремя полками быстрого доступа, где можно разместить продукты и напитки, которыми вы пользуетесь чаще всего. Такое решение не только удобное, но и препятствует резким перепадам температуры внутри основной камеры. Общий объем холодильника составляет целых 626 литров, что соизмеримо с объемом двух холодильников высотой 1,9 метра. Из них 406 литров отведено под холодильное отделение. Внутри находятся 4 полки из закаленного стекла и кронштейн для бутылок. Колбасную нарезку и сыры можно хранить в специальном отделении Utility Box, в котором поддерживается температура на уровне 3,5 градусов. А для овощей и фруктов имеется сразу два контейнера Fresh Balancer с возможностью регулировки уровня влажности в зависимости от типа продукта. Избыток влаги в виде конденсата собирается в специальных ячейках на верхней крышке отсека и равномерно распределяется между продуктами, дольше сохраняя их свежесть. Отсутствие посторонних запахов и чистоту воздуха внутри холодильника обеспечивает технология Hygiene Fresh Plus. Специальный вентилятор прогоняет воздух через ряд фильтров и ультрафиолетовую лампу на 99,9%, очищая его от пыли, споров, грибков, бактерий и запахов. Морозильная камера на 220 литров позволяет хранить большие запасы замороженных продуктов и заготовок на зиму. Этот и без того немаленький объем делят между собой два вместительных бокса и 4 полки, на которых без труда поместится даже целый гусь или индейка, а мелкие продукты можно разместить на корзинах на дверце. Многопоточная система Multi Airflow равномерно распределяет холодный воздух между полками по всему объему камер. Размораживать холодильник не придется, так как в нем используется технология Total No Frost, которая не образовывает инея на стенках обоих отделений и продуктов, которые хранятся в морозилке. Сердцем устройства является инверторный линейный компрессор собственного производства. В отличие от обычных компрессоров, в его устройстве уменьшено количество точек трения и удален ряд узлов. В итоге компрессор потребляет на 32% меньше электроэнергии, практически бесшумно работает 39 дБ и очень долговечен. Поэтому класс энергоэффективности устройства А с плюсом, а на мотор производитель дает 10 лет гарантии. Целый ряд сенсоров контролируют работу компрессора и меняют его мощность в зависимости от температуры окружающей среды и количества хранящихся внутри продуктов. Управлять холодильником можно как с панели на дверце, так и со смартфона по Wi-Fi. С помощью фирменного приложения LG Smart SyncQ можно удаленно изменить температуру внутри камер и включить дополнительные опции, например, быструю заморозку или фильтр Hygiene Fresh. Еще одна интересная фича – функция Smart Diagnosis. В случае неисправности достаточно позвонить на горячую линию и поднести телефон к вот этому значку. Холодильник издаст звуковой сигнал, расшифровав который, специалист может исправить поломку самостоятельно или направит к вам мастера. Резюмируя все вышеперечисленное, я могу сказать, что LG получилось создать красивую,
красивый и вместительный холодильник, в котором использованы необычные конструктивные решения. К тому же его оснастили экономичным и долговечным компрессором, а также множеством современных технологий, направленных на максимальное сохранение свежести продуктов. Пишите в комментариях, часто ли вы по нескольку минут разглядываете содержимое своего холодильника. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А также узнайте ответы на 5 вопросов при выборе холодильника и как правильно установить холодильник и стиральную машину. Пока!